Вот и лето прошло, словно и не бывало. Саймон, лето-то прошло, но смотри, сколько снимков прислали наши болельщики. Слезай с Эльбса, будем выбирать лучший. Можно назвать эту фотографию 90 на троих, потому что все трое в... Килограмм? Ну, просто 90, потому что все трое в майке. Я нашел, как у меня Родригес на даче забивает сверху в разножке. На своей даче? Ну, видимо, да. У него, видишь, в Переславле, в Залесском, Ярославской области. Он еще и чачу отметил на этом. 42 лайка собрал. Так, у меня вот парень, который в майке Деколу бросает трехочковый с угла. Я ставлю эту ручку. В принципе, кстати, чем-то похож даже на Нанда. А мне кажется, он, может быть, тоже Нанда был. Может быть, Нанда хочет прикупить себе абонемент, выиграть. Съездил для этого в Белгород. Поэтому затемнил немножко картинку. О, ну вот это, мне кажется, вот если бы выбирал Виталик Фридзон, он бы 100% выбрал вот этого победителя. А у меня вот Виктория, можно сказать, жертвуя своим здоровьем, с шарфом ЦСКА. Она тут написала, что было страшно, что кругом фанаты Жальгириса, но Виктория проявила смелость и все-таки подтвердила свою верность армейскому клубу. Кстати, красивый снимок, но прям в ретро-майке Холдена. Наверное, майке уже больше 10 лет. Значит, что? Да? Значит, что нет, это поменьше, наверное. Очень преданный болельщик ЦСКА. Холден, по-моему, в 2010-м, да, по-моему, последний сезон он был. Как я все помню. Ты как в энциклопедии ходячая просто. Мне кажется, вот это конкурент Семена Антона. Осторожно, осторожно. Семена Антона очень понравился. По рукам-базукам. Вот. Хотя, несмотря на что, опять же, он в майке Холдена, но знаменитый жест Семена после трехочкового либо какого-нибудь данка. Я думаю, Семен, он... Это пожалуй, это будет мой фаворит, да. Парень под водой растянул шарф ЦСКА. И, возможно, это будет моим фаворитом, так как я этим летом освоил дайвинг. Я получил даже лицензию ПАДИ, которая позволяет мне нырять везде, где я захочу. Мы с Семеном выбрали по два снимка, но так как всего три приза, один главный приз и два, так сказать, будут просто подарки от клуба ЦСКА, то у нас еще, да, будет приз такой, приз наших симпатий. И Чачу на даче, наверное, получает бонусный приз от нас с Никитой. Видно, что Чачу, да, тренируется, даже находясь у себя на даче. Да. Подумаем, какой приз Никита ему подарить, вот, от нас двоих. Да. Третье место мы отдаем. Кому мы отдаем? Я думаю, надо девочке отдать. Это второе место. Тоже очень хорошая фотография. Он еще и с трубкой нырнул под воду, чтобы сделать... Мы выбрали победителя. Наш победитель становится вот этот человек, вот этот снимок с никнеймом, не знаю, фамилия или имя, Андрианов. Главный приз в виде абонемента на сезон, на все игры ЦСКА уходит именно ему. Спасибо нашим болельщикам, спасибо, кто присылал крутые снимки. И даже находясь на отдыхе, всегда продолжайте болеть и следить за ЦСКА. А мы еще раз поздравляем нашего победителя. Ждем его в сезоне, ждем всех болельщиков. Участвуйте в конкурсах ЦСКА, болейте за ЦСКА. И ЦСКА всегда будет первым.